Алло, 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 хеллоу, прием, меня кто-то слышит, это же я, мистер Канистр. Сегодня мы проходим карту от подписчиков под никами Purple Nation и Rawitti. Я надеюсь, я правильно прочитал твой ник, они мне вроде как сделали паркур-карту, то есть здесь будет только паркур, и мы, конечно же, его сегодня затащим, я мастер паркура. Поэтому сегодня мы посмотрим, насколько будет сложна эта карта, я надеюсь, она вам понравится, вы поддержите вашим Лукасом вверх этот видос. И сегодня что-то странное произошло с рандомными комментариями, потому что у нас их два. И два комментария подряд мне люди пишут: о нет, тупица и существую. Что здесь происходит? Почему? Нет, что я сделал? Что не так? Что? Где? Окей, что ж, вот такие рандомные комментарии у нас сегодня были, поэтому я думаю, мы будем приступать. Правила. Играть в режиме приключения первое. Это мы сделаем гейммод Adventure. Следующим образом, прорисовка здесь чанков уже стоит. Если баг на карте, то можно писать гейммод 1. Окей, могу и сделаю. Карта была создана версия 1.14.4 и есть. Играть на этой карте. А на какой еще? Окей. Я думаю, я все понял. В принципе, спасибо вам, ребята. YouTube Rawitti, этого подписчика, и YouTube этого парня Purple Nation. Если вам нужно их найти на YouTube, и реально Purple Nation. Purple глаза, Purple наушники. Я думаю, мы готовы приступать. Что у нас здесь? Мы с другом делаем карту первый раз. Карту не суди. Не буду судить. Буду сильно судить. А дальше. Дальше. Окей. Мы идем. Куда мы... Стремные звуки, если вам не слышно, я сделаю звук погромче. Куда мы идем? Дальше, да, окей, иду. Двери, оп. Окей. Это что, хоррор-карта? Это хоррор-паркур будет или что здесь происходит? И у нас есть кнопка, бум. О, механизмы подъехали, так, проходим. А это еще что такое? Что надо делать? Что происходит? Стоп. Я вижу нажимные плиты вот здесь, но... ребят, одну секунду. Я что, должен что-то сварить, что-то скрафтить, что-то сделать? Почему тут одни наковальни, что-то в наковальне лежит? Нет. Каким образом... Стоп, я уже запутался. Может быть, нам нужно найти секретную кнопку для того, чтобы убрать наковальни? Как мне пройти-то туда? Я вижу то, что там, наверное, выбор уровней. Но тут слишком темно, мне страшно, я боюсь, кто-нибудь помогите мне. Слушайте, реально, наверное, где-то кнопка есть или как? Или где? Ребят, очень хорошее начало у нас получилось. Я реально уже минут 5 тут просто кружусь, но я реально все осмотрел. Но здесь нету ничего. Что надо было сделать? Одну секунду, мы выйдем обратно в Adventure и... Здравствуйте. Что-то происходит. Где что происходит? Что-то где-то открывается, но я не понимаю. Окей, давайте также пропишем game rule. Command block output false. И мы находимся все еще в какой-то темной комнате. Какой-то стенд с броней стоит. И это что у нас? Канализация. Мало чего видно, друзья. О, свет появился. Свет, наконец-то. Так, надеюсь, я ничего не сломал. Хотя я уже что-то наверняка сломал, потому что я не понял, почему не смог пройти через наковальню. Но, наконец-то, начинается наш любимый момент с паркуром. Погодите, у меня 90 поставить, 90, чтобы было все easy. Найс. Прошел. Это чекпоинт, я так понимаю. Идем дальше. Это что был первый уровень? Опа. Опа, приехали, паркурчик, наш любимый, поехали. Даже стрелочки нам сделали для того, чтобы указать, куда нам нужно прыгать. Но так как я профессионал паркурца, я думаю, для меня это не составит никакой сложности. Изи, бум, следующий уровень. Оу, ес, терракота везде. Пока что заметьте то, что я ни разу не упал. И это потому... Окей, это что сейчас было? Ну опять, вот эти вот барьеры, ну вот зачем, ну вот за что, ну почему? Что это? Окей, я должен был туда пройти по кругу, и вот это выход. Ну ладно, не осмотрелся, друзья. Давайте посмотрим, окей. Вот это уже была шутка, окей? Вы поняли? Это шутка, это пранк. Попытка номер 2, номер 3, номер не знаю. Давайте посмотрим, куда теперь. Следующую лестницу вижу, хотя она немножко сливается с фоном этой терракоты. Так, вот здесь... Вау, меня лестница за ногу схватила опять. Ну за что? Ну почему? Не надо меня трогать за ноги. Килл, плиз. Окей, не могу килл прописать. Фух, не злите меня. Ну ладно, это только начало, друзья. Я думаю, то, что лучше я свой гнев приберегу, потому что если эта карта будет продолжать повышать сложность, то... Давай, есть! То, возможно, мы потом хорошенько забьем стол, но пока что это же изи. Зачем злиться, канделябр? Зачем злиться, если это изи? Теперь вот сюда. И теперь я предполагаю, что нам нужно вот на эту лестницу. И теперь вот на эту лестницу. Погодите, а теперь... А, еще одну лестницу вижу. Реально их не видно. Они сливаются с фоном, друзья, с фоном. Они сливаются. Что у нас здесь? Ставьте... Опа.
Ребят, ну если вы все еще не поняли, ну надпись же, вот она висит. Ставим лайкос Лукаса, молодец, молодец. Осталось два уровня, ломай, стоп, погодите, два уровня? Окей, давайте посмотрим, что у нас тут, а? Ну явно нам не туда. Красава, окей, надеюсь, не сломал стол, еще один уровень. Давайте посмотрим, но это же пока что все довольно-таки изи, друзья. Это вот сюда, это вот сюда, это вот сюда. Вау. Ребят, ну вот здесь меня не лестница за ногу схватила, а стена меня схватила за спину. Вы видели? Я начал тереться об стену, и из-за этого скорость понизилась. Но я не собираюсь сдаваться, мы пройдем тем же самым способом. Этот уровень вот сюда, вот сюда, вот сюда. Замечательно. Просто красавчик. Но это же было изи. Окей, еще один уровень. Найс. Это последний уровень, не может быть. А ты топ, ты сможешь. Победа близко. Не бомби, пжж. Ну не, сегодня пока что не бомблю. Сегодня пока что все изи, нам точно сюда, вроде бы, да. И тупо паркур по лестницам, окей. Значит, мы здесь прыгаем вот сюда. Теперь вот сюда, теперь а вот сюда. Теперь ага, вот ага, аху. А вот на эту лестницу, теперь вот сюда. Здесь у нас потолок, ничего страшного. Ничего страшного, спрыгнем вот сюда. Запрыгнем вот сюда, запрыгнем вот сюда. Окей. Да ладно, неужели это вся карта? Не может быть. Да не может быть, да как это так? Да ладно, стоп, сколько времени я потратил на эту карту? Мне кажется, это самая быстрая карта от подписчиков, которую мы когда-либо проходили. Хотя нет, у нас были карты поменьше, но не суди строго, мы с другом делаем первый раз. Надеюсь, тебе понравилось, молодец, Кейн, надеюсь, ты выжил, Кейн, топ. Вот кнопка, чтобы вернуться в лобби. Йоу, конечно же, мне понравилось, но единственное, что я бы хотел эту карту подлиннее. То есть сколько здесь уровней было? 5 уровней? Хотелось бы хотя бы 10 уровней в таком стиле, было довольно-таки здорово, но... Что могу сказать, ребят, вот такая карта, мы довольно-таки быстро ее затащили. Ну, спасибо вам, парни, за то, что сделали эту карту. Было забавно, в следующий раз жду от вас карту побольше. Ну, на сегодня все, я сказал, с вами был Кейн, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, всякие эти штуки. Всем пока.